В этом видеоролике мы рассмотрим улучшенные настройки библиотечных элементов, диалоги параметров инструментов окон и дверей, объектов, лестниц и окончаний стен были переработаны, чтобы избавиться от дублирования параметров. Давайте, например, выберем один из объектов офисных столов. Раскрыв панель специальных параметров, мы можем выбрать из выпадающего меню различные типы настроек. Нажатие кнопки «Специальные параметры» позволяет выбрать один из двух вариантов настройки объектов. Первый – это графический интерфейс специальных параметров. Наименование этой панели может меняться в зависимости от открытого в данный момент объекта. При втором варианте представления настроек отображается список всех параметров текущего GDL объекта. При отображении в виде специальных параметров все настройки сгруппированы по категориям и сопровождаются иллюстрациями. Графический интерфейс при его наличии по умолчанию отображается для всех объектов. Давайте активируем инструмент «Окно» и откроем диалог его параметров. Раскрыв панель параметров основного окна, мы можем выбрать из выпадающего списка различные группы параметров. Нажав кнопку «Специальные параметры», мы можем выбрать отображение всех параметров. Старый список управления параметрами был заменен новым, более функциональным. Например, если раскрыть настройки 2D отображения и сечения, мы увидим название и графическое представление используемых типов линий. Раскрыв группу покрытий, мы увидим не только наименование покрытий, но и информацию об использовании векторных штриховок и о цветах покрытий.